Аналитики утверждают, что в последние несколько лет российские производители серьезно упрочили свое влияние на таком относительно новом для нас рынке, как рынок маломерных судов, то есть катеров и моторных лодок. Американские, итальянские, турецкие лодки, как новые, так и подержанные, уступают свои позиции под натиском отечественных судов. Уже 80% продаж лодок длиной до 5 метров приходится на российские марки. Однако, видимо, этого нашим мало. И они решили попробовать свои силы в тех сегментах, где удара со стороны россиян иностранцы не ожидали. Прежде всего, в классах больших дорогих яхт класса «Река», «Море» и вот таких вот зажигалок. Быстрых, мощных моторных лодках с моторами мощностью свыше 400 лошадиных сил. Если не знать, что эта лодка сделана в России, то, честно говоря, никогда не поверишь. Конечно, силовая установка, их две на выбор, это либо Volvo Penta, либо Mercury, который стоит сейчас на опытном образце. Редукторы, навигация и акустическая система HM. Все это, конечно, импортное. Но самое главное, инжиниринг, дизайн и материалы, из которых, собственно, сделан корпус лодки, все это наше. Серьезную конкуренцию со стороны бэушных лодок из Америки и Европы еще никто не отменял, поэтому выбор есть. Ну, а чем больше выбор, чем больше конкуренции, тем больше должно быть желание у российских производителей порвать иностранных соперников в выпуске.